Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня 28 февраля 2022 года. И вот счастливый папа. Вовремя я вчера переселила. Точнее, не переселила, а оборудовала домишко для нашей Пепси. Так как вчера она бегала с огромным животиком. Я это показывала на видео. Я добавила вчера очень-очень много сена. Куда они его закопали, я не знаю. Добавила, как вы видите, салфеток, еды и дополнительный домик. И вот, как мне кажется, в этом именно домике находятся малыши Пепси. Потому что сегодня я уже увидела Пепси абсолютно обычного размера. Давайте аккуратно-аккуратно поднимаем домик и проверяем. Нет. Здесь я никого не вижу. Значит, все-таки в том домике. Здесь пусто у нас. Но я видела просто, что Пепси сюда забегала, поэтому я думала, что, может быть, здесь спрятаны детки у нее. Да, нет. Деток здесь нет. Значит, вот здесь у нас дети. И папа здесь. Наш песочек. Так, сейчас, ребята, мы у нас аккуратно-аккуратно сейчас. Подсветка у нас, как всегда. Так, ребята, аккуратно-аккуратно сейчас пробуем, приподнимаем этот домик. Опс-опс-опс, супер, смотрим. Ух, накатали. Ой, пищат, пищат, пищат. Живо-здорово. Сколько вас там? Бог ты мой. Бог ты мой. Вы посмотрите, как их много. Обалдеть, с первого раза столько много. Мама Мия. Ужас, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я поздравляю маму с новорожденными детишками. Я не буду сейчас долго их снимать и беспокоить. Возвращаю все им на место. Там такое здоровское гнездышко. Я добавлю еще салфеток, конечно же. Но я, если честно, я в шоке от такого количества малышей. Она у нас первый раз рожает, молодая мама. Папа у нас вот этот вот красавец бурмис самоцвет. Мама, вот она, Пепсюша. Вы посмотрите вчерашнее видео и сегодняшнее. Какая мама стала маленькая. Ужас, ужас, ужас. Я не знала, что она столько родит. Это очень много и для песчанок. И я хочу сказать, что песчанки, в отличие от хомячков, деток своих не едят. Так что вот сколько рождено, столько и будет она их кормить. Если, конечно, бывает гибель, такая вот, ну, вот самопроизвольная гибель от каких-то, может быть, там что-то недоразвито было у детишек, вот вам стройте, стройте гнездышко, вот, то это ни в коем случае не по причине того, что их мама там как-то убивает или что-то там съедает, как хомячки, нет, песчанки такого не делают, вот так вот, чтобы им удобнее было, пусть строят себе гнездышко. Да, здесь вот так вот у них поиграться. Песчанки живут, скажем так, семьями. И вот то, что они живут у нас с папой, это ни в коем случае не говорит о том, что папа съест этих малышей. У песчанок такого не бывает. Песчанки все вместе, семьей дружно воспитывают этих детишек. Это потом получается такая семья, которая живет вместе, не дерется. Независимо от половых признаков. То есть, конечно же, я уже заказала новые клетки Савик. Для того, чтобы как только детки подрастут, я смогла их расселить по половым признакам в разные клетки для создания в дальнейшем разнокровных новых семей с геном бурмис, потому что, обратите внимание, Пепси у нас черная, но она геноноситель. Один из двух родителей Пепси был бурмис. И поэтому детки у нас обещают быть самых разных окрасов. И бурмизы, и могут быть черненькие. И все зависит от того, какие у них гены еще были там у их предков, скажем так. Вот. Поэтому пусть ребятки растут, все пусть желаем, чтобы все ребятки выжили, чтобы все были живы-здоровы. И мы с вами полюбуемся на детишек, когда они окрасятся, когда они подрастут. И обязательно покажу, расскажу, какими выросли детки, как я их расселю, какие семьи создам новые в новых красивых клеточках от фирмы «Савик».
о которых я сделаю обзор, как только они доедут до меня из города, как всегда заказываю через интернет-магазин. Вот. А на сегодня, дорогие друзья, это не последнее видео. Я с вами не прощаюсь надолго. Нашим ежатам сегодня ровно 7 дней с момента рождения. И я сейчас хочу показать вам, как подросли и изменились наши малыши. Даша их, конечно, очень-очень охраняет. Она фыркает на меня и ругается, поэтому особо долго я тискать их деток не буду. Но для того, чтобы понять вообще и сравнить, насколько они подросли за 7 дней, мне очень хочется хотя бы одного ежоночка взять в ручки и показать вам. Для сравнения у меня есть видео. Первый день, вот видите, сейчас они будут строить гнездо, наберут себе салфеток, будут утеплять малышей. Как я вовремя вчера им обустроила тут все для родов-то, с каким огромным животиком она бегала. Я даже не представляю, это только если сейчас нажать на стоп на видео и посмотреть, попробовать посчитать, сколько там деток. Но вообще, если честно, у меня было самое большое количество детей, это 9. И я хочу сказать, они все у меня выживали, вырастали, становились абсолютно обычными песчанками. Никто не был каким-то маленьким. Может быть, они просто росли, развивались дольше, потому что их было больше. Молочка, ну, может быть, меньше каждому из них доставалось молочка. Но в последующем они догоняли своих братиков и сестренок из других семей, где было поменьше детишек от рождения. И все было нормально, замечательно и великолепно. Так что очень-очень надеюсь, что у Пепси также все получится. Тем более, это ее первые детишеньки. Это у меня разнокровная семья. То есть они друг другу никаким образом не родственники, ни с какой стороны. Абсолютно точно и 100%. Детки должны быть крепкие, красивые и разноцветные. Вот какие окрасы несет в себе Пепси, мы не знаем. Поэтому это еще раз, еще более интересно, чем если бы мы знали, каких окрасов нам ждать. А здесь получается полный сюрприз, которому я очень-очень рада на самом деле. Месяц февраль у нас короткий, 28 дней. Поэтому тут, конечно, отсчет, вот скажем, времени, когда будет первое апреля, по идее, по идее, 28 марта им должно быть месяц, но это же не 30 дней. Это получается не 30 дней, я обычно так считаю. Рождены 28-го, следующего месяца 28-го им месяц. Ну, а здесь, вот видите, на 2 дня все сдвигается. Вот такие они вот активные. Вот она родила, и все равно вот куда-то надо, чего-то они в процессе. Все в строительстве, все в копательстве. Да, сейчас еще могут перетащить деток из одного домика в другой, если им покажется, что в другом домике более уютно. Вот у них есть такая черта характера, что называется. Таскают в зубах своих малышей. Особо интересно смотреть, особенно интересно смотреть за малышами, когда они начинают расти. Они еще слепые, но уже начинают разбегаться, как таракашки по всему террариуму или клеточке, где они живут с родителями. Мамочки обычно очень нервничают. Хватают их зубками, как кошечки, таскают их обратно в гнездышко. Вот видите, пока мама Пепси там строит новое гнездо, здесь их греют папа и тетка. Вот. Оставим их в покое, выключим им свет, пусть они успокоятся и займутся своими делами. Обязательно буду показывать и рассказывать, как растут детишки. А сейчас пойдемте посмотрим ежиков, как они у нас подросли за 7 дней.